29 июня в Минске сотни людей вышли на очередную молчаливую акцию протеста, организованную через социальные сети. Не выкрикивая лозунгов и не неся плакаты, люди прошли по центральным улицам столицы в районе Октябрьской площади. На самой площади, которая была оцеплена милицией, была организована дискотека для выпускников вузов. В ходе акции были задержаны десятки человек. Милиционеры в штатском хватали людей и вели в автобусы. По сообщениям очевидцев, было задержано также несколько работников СМИ. Акции протеста, которые назвали «Революция через социальные сети», проходят еженедельно уже в течение месяца. Из Минска они распространились и на другие города Белоруссии. Толчком к началу таких акций послужило недавнее резкое обесценивание белорусской валюты. Организаторы протестов через социальные сети призывают граждан, которые не согласны с политикой Александра Лукашенко, собираться на центральных площадях в своих городах.